Друзья, добрый день, с вами магазин QI Store, и сегодня у нас на обзоре беспроводное зарядное устройство Xiaomi, второе по счету. Я бы его назвал нищим. В одном из обзоров уже, который я видел в интернете, о нем писали, что оно красивое, гладкое, шедевр. Ну, не знаю, возможно, кому-то так кажется. Давайте посмотрим поближе. Такой вот плотный бокс. По модели, значит, это у нас MDY09EF, такое шифрованное название. Создавалось специально для телефона Mi Mix 2S. Раскроем его. Давай. Поддавайся. Оп. Дизайн Xiaomi. Такая вот коробочка в стиле iPhone. Все это сразу убираем. И само зарядное устройство. Ой, я не знаю, как вам объяснить, но это вот прорезиненный корпус. Знаете, такой прям вот прорезиненный. Вот мне кажется, что вот такие две штуки можно взять вот так вот, и вот ты не будешь скользить, если будешь руками толкаться. Снизу тоже резина, все резиновое. Мне кажется, они стремились сделать полностью резиновую герметичную зарядку. Ну, не знаю, опять же. Может быть, может быть. Не знаю. Достаточно увесистая. Так, сразу проверяем с помощью наших весов, а то мало ли какую информацию пишут. 107 грамм наши весы. Ролсон показывают. Зарядка у нас имеет разъем Type-C. Уже современный для Xiaomi. И подключим ее к проводу. А знаете, что самое интересное? А провод мы берем от другой зарядки Xiaomi. Потому что у вот этой модели даже провода в комплекте нет. Ой, ну, наверное, так удобнее, я не знаю. Вам удобно, пользователи, когда вам не дают провод в комплекте? Адаптера-то нет. Ну ладно, он стоит дорого. Ну провод, положите провод. Что за принципы компании iPhone, когда ничего в комплекте нормального нет? Все покупай дополнительно. Так, берем наш тестер. Тестер переведен у нас на режим 5 вольт. Повторюсь, у нас достаточно тяжелое электроснабжение здесь. Больше всякой проводки понапихано зря, поэтому токи у нас слабенькие. Ну, попробуем, тестер будет работать или нет. Кладем. С первой попытки не заработал. Второе. О, заработал. 5.04, 1.05. То есть стандартный показатель. Но видите, отрубается. То есть уже мы видим, что Xiaomi либо поставила очень толстую вот эту вот резиновую прослойку, что тестер не очень стабильно срабатывает, либо уже отличается модуль. Я не знаю, у нас здесь до прослойки, ну вот если вам показать, может быть, 1-2 мм где-то тут. Достаточно много. Ну вот тестер срабатывает и отключается порой. Вот, видите, отрубается. Да, давайте сигнализацию вам покажу, как это все происходит. Значит, вот здесь у нас такой зелененький огонечек, вот он загорается. Ну, видите, он моргает, потому что работа нестабильна. Он не может начать заряжать наш тестер. Все это мы параллельно прогоняем через Power Doctor. Сейчас у него характеристики 5 вольт, 0,2 ампера. Ну, попробуем вот в пиковую, что он у нас дает. 1,37, 1,40 ампер, ну и 5,28 вольт. Ну, вот стандартные характеристики. О, видите, когда я пальцами держу... А, вот уже ушло опять. Пальцами держу, в общем, ровно, когда ставлю. Вот, в принципе, что-то так сказать, стабильность появляется, но не более того. Вот, отрубается. Кто смотрел результаты предыдущего теста по тем же зарядкам Xiaomi, видели, наверное, что ZMI модель, она более стабильно работает. Хотели, мне кажется, компания Xiaomi сделать зарядку, которая конкретно подходит для телефона. И даже, знаете, появилась такая мысль сделать беспроводную зарядку полностью герметичную, чтобы вот у нее вот этот стык кабеля, он вообще отсутствовал, кабель выходил и шел к адаптеру. Даже у нас такая идея, знаете, появилась после зарядки Xiaomi выпустить еще одну модель планеты, нашу фирменную, которая будет герметичная. Если вам это интересно, пишите в комментариях. Мы подумаем, свяжемся с заводом и, думаю, запустим партию. Во всяком случае, за этим будущее. Представляете, вы со своим хорошим герметичным новым айфоном или самсунгом
лежите возле бассейна и подходите к барной стойке, все мокрое, везде вода, вы на пенной вечеринке, и вы хотите зарядить телефон, а вам говорят, а как же? Нельзя, вокруг провода, и все это замкнет, закоротит. Беспроводная зарядка. По воздуху, без всяких контактов, без проблем. Положили телефон, телефон заряжается. Но это в будущем. Спасибо, с вами был магазин QI Store. Всего доброго.